Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос эксперту» в студии Милюша Замалиева. Милюша Замалиева, заместитель начальника отдела организации надзора, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Имеются ли противопоказания к проведению профилактических прививок детям? Да, такие противопоказания существуют. Их определяет только лечащий врач. Постоянными противопоказаниями для прививки ребенку являются сильные реакции или осложнения на предыдущее введение вакцины. Сильной реакцией является наличие температуры выше 40 градусов в месте введения вакцины, отек, гиперемия более 8 см в диаметре, реакция анафилактического шока. Временные противопоказания – перинатальная энцефалопатия, эпилепсия, недоношенность, гемолитическая болезнь новорожденных, врожденные пороки развития, аллергия, астма, экзема, период обострения, сепсис, тяжелый дисбактериоз, применение некоторых лекарственных средств, стероидов, цитостатиков. Прививки откладываются до окончания острых проявлений заболеваний и обострения хронических заболеваний. При нетяжелых ОРВИ и острых кишечных заболеваниях прививки проводятся сразу же после нормализации температуры.